Двое бойцов из Куми погибли на передовой. Младший сержант Сергей Владимирович Кривошапкин из Ембы Княжпогодского района и рядовой Валерий Михайлович Танков из Инты. Оба они служили в мотострелковом полку. Как рассказал глава Коми, были храбрыми воинами. Отважно сражались за родину и отдали свои жизни за мир и независимость нашей страны. Владимир Уйба принес соболезнования родным и близким бойцов.